kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini. Sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini. Sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia. Kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Когда мы говорим о любви Иисуса, мы должны честно признать, что Его любовь в нашей жизни поистине удивительна, потому что Его милость к нам неисчерпаема, она обновляется каждым утром. И я хотел бы обратиться к тем из вас, кто не уверен в любви Иисуса и задается вопросом, действительно ли Господь Иисус любит меня? Если да, то почему Он допускает в моей жизни все эти проблемы? Вот что я хочу вам сказать. С какими бы проблемами вы ни сталкивались прямо сейчас в вашей жизни, несмотря ни на что, вы должны знать, что Иисус любит вас и очень сильно любит. Иисус, Кау Баик, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, hosana, bagi Yesus Allahku. Hosana, hosana, bagi Yesus Tuhanku. Братья и сестры, давайте поднимем наши руки к небу, вознесем наши руки вместе. Скажите вместе со мной. Господь Иисус, Ты так благ. Господь Иисус, Ты поистине благой Бог. Положи свою руку на мое сердце, Боже. Положи, Господь. Положи руку на мое сердце. Ощутите любовь Иисуса. Ощутите Его любовь прямо сейчас. Он прикасается к вам. Отец, Ты видишь своих детей, которые сейчас возложили руку на свое сердце и ожидают. У них есть разного рода проблемы. Господь, особенно сейчас, во время пандемии, которая продолжается уже долгое время, Ты знаешь, в чем они нуждаются. И Господь, Ты слышишь вопль их сердца, Ты слышишь Абба, Отче, и Ты поможешь им. Я молюсь о них прямо сейчас. Ты так благ, Господь. Ты благой Бог. О, Господь, Ты так благ. Ты им обязательно поможешь. Я прошу Тебя, Господи, вмешайся и помоги им. Ты поможешь всем своим детям. Давайте поклоняться и молиться на языках. Иисус,
О, Иисус! 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 Сорок первый псалом, 6 стих и 12 стих, а также 42 псалом, 5 стих. Они гласят: «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Этот стих повторяется трижды. Это говорит о том, что он имеет крайне важное значение, и нам стоит обратить на него особое внимание. В это сложное время, время пандемии, многие люди впадают в депрессию. Они обеспокоены, полны тревоги, они боятся, они потеряли надежду и не знают, что им делать. Некоторые говорят о том, что экономический кризис только усугубляется. Но всем, кто переживает все эти невзгоды, Бог напоминает, чтобы мы уповали на Господа, чтобы мы не переставали за все Его благодарить. Этот призыв звучит и в первом послании к Фессалоникийцам, 5 главе, 18 стихе. «За все благодарите». Это означает быть благодарным Богу как в хорошие времена, так и в плохие. «Ибо такова воля о вас, Божья, во Христе Иисусе». Быть благодарным означает, что мы соглашаемся со всеми ситуациями и обстоятельствами, которые Бог позволяет и допускает в нашей жизни, даже когда нам тяжело, потому что мы верим, что это Бог позволил этим обстоятельствам произойти, как хорошим, так и плохим, и в свое время Он сделает все прекрасным. Библия говорит, что для всего есть свое время под солнцем, для всего есть своя цель. Даже если Бог позволил какой-то проблеме прийти в вашу жизнь, все равно неустанно благодарите Его. «Ибо так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека и плод делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных, в степи, на земле бесплодной, необитаемой. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь, ибо он будет как дерево, посаженное при потоках вод, и пускающее корни свои у потока, не знает оно, когда приходит зной. Лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод». Аллилуйя! Согласно книге пророка Исаии, 40 главе, 30 стиху, а также 31, мы, те, которые уповают на Господа, обновимся в силе в это время пандемии, и сила, которую Бог нам даст, превзойдет даже силу, которую мы имели в юности, подобно орлам. Мы расправим крылья и воспарим высоко. Мы будем иметь силу от Бога. Мы побежим и не устанем. Мы пойдем и не утомимся. Dengan saya Raja Wali berlari tiap.
Tuhan yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya terbang naik dengan sayap Raja Wali berlari tiada pernah berjalan tiada lelah ajarku harapkan Tuhan ajarku harapkan Tuhan ajarku harapkan В 32-м псалме, в 18-м стихе сказано: «Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Если мы боимся Его и уповаем на Его милость, над нами будет Его око. Он научит нас, направит, наставит на путь, по которому нам идти. Он даст нам правильный совет. Но мы сможем понять Его, только если мы держим свой взор на Господе Иисусе. Господь Иисус говорит: «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы. И Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть? И об одежде, что вы заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякое из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что нам пить, или во что нам одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, я повторю вам эти крайне важные слова Иисуса. Это крайне важное место Писания. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Бог заботится и о цветах, и о птицах. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah padamu. Hallelujah, hallelujah.